Рядом со мной голкипер «Зенита» Максим Тимофеев. Максим, хорошая была игра. Очень много у тебя было сейвов. Да, ну, вообще по ходу матча, как турнир и как вот игра против «Спартака»? Ну, это мое первое выступление на турнире. В первой игре я не играл. Потихоньку втягиваемся. Вот. Ничего страшного не произошло. Будем дальше играть, тренироваться, работать над ошибками и набирать очки. То, что Станислав Черчесов присутствовал на матче, знали ли вы, да, и как это повлияло на тебя? Он же тоже вратарь. Да, конечно, повлияло, мы знали. Была дополнительная мотивация, но в целом ничего такого. Мы играли в свой футбол, старались, выкладывались. Если он будет приезжать чаще, мы будем только рады. Кто-то из игроков соперника тебе больше запомнился? Галятов, очень хороший нападающий, навязывал борьбу. Ну и Саня Алексеев, голкипер, взял пенальти, большой молодец. Поздравляю его. Спасибо большое, успехов в дальнейшем. Спасибо большое. Это был голкипер «Зенита» Максим Тимофеев. Автор победного гола, футболист «Спартака» Святослав Кожедуб. Святослав, с победой. Вообще гол получился очень красивым. Помнишь, как вообще это было? Да, спасибо. Ну, я вел мяч правой ногой и, ну, увидел, что угол открыт дальний, и просто взял, пробил, и он залетел. Ну, больше, мне кажется, удача это, чем мастерство. Но в любом случае мяч получился красивым. Очень неплохая игра, хороший соперник. Что можешь сказать вообще по самой игре? Ну, спасибо парням, в первую очередь, за самоотдачу. Тренерскому штабу спасибо. Так, второй тайм играли больше вторым номером. Конечно, тяжеловато было, но еще раз спасибо парням, выстояли. Ключевой момент какой в матче был? Ну, наверное, гол перед перерывом. Он уверенности придал. Думаю, этот момент был ключевым. Как перестроились после удаления? Ну, просто начали играть компактно в обороне и страховать друг друга, и все. С победой тебя еще раз. Это Святослав Кожедуб, нападающий московского «Спартака». Так, счастливо. Главный тренер «Зенита» Павел Викторович Первушов. Расскажите, пожалуйста, как готовились к игре, да, за счет чего хотели обыграть «Спартак»? Ну, готовились. Понимали, как играет «Спартак». Вот, знали, опять же, смотрели игру со Строгиным, примерно понимали, опять же, как они обороняются, кто будет, опять же, встречать наших игроков, кто будет мешать нам развивать атаки, так скажем. Вот, но со Строгиным, если они встречали «Спартак» в центральной части поля, то здесь мы понимали, что они будут лишить, ну, будут пытаться лишить нас мяча и высоко прессинговать. В принципе, полностью разобрали, знали, что делать. Единственное, что подвело на первые минуты особенно, это волнение отдельных игроков, через которых мы, в принципе, ключевые игроки, через которых мы пытались строить свои атаки. Наверное, это и предопределило то, что мы очень много теряли мяч и, соответственно, не успевали переключаться. Так мы пропустили гол первый. Тоже, в принципе, простая ошибка от крайнего защитника. Ну, волнение подвело. Опять же, готовились и, в принципе, были уверены в своих силах, но отдельные игроки с волнением не справились, к сожалению. Я считаю, что это, наверное, определило то, что мы пропустили гол первый. Я заметил одну особенность. Практически никто из тренеров не меняет своих игроков, когда подается угловой на свои ворота. Почему вы не боитесь этого делать? Ну, потому что мы уверены в своих игроках все равно, которые выходят на замену. Мы делаем акцент не на том игроке, который уходит, что он там плохо играл, а делаем акцент на том игроке, который будет выходить. И он знает те установки, которые даются, поэтому готов выйти. И на угловом, не на угловом, без разницы. Поэтому страшно в этом ничего не вижу. Абсолютно. Спасибо большое, вам успех. Вячеслав Андреевич Вашкевич, главный тренер «Спартака», старший тренер. Вячеслав Андреевич, с победой. Как строили игру, как готовились к «Зениту», да, чем пытались их удивить? Ну, я думаю, что план изначально, который мы разработали как бы на эту игру, он сработал. Мы старались высоко играть, прессинговать соперника. Мы создали немало моментов, когда как раз отбирали мяч на половине поля соперника. К сожалению, мало, наверное, возможностей реализовались тех, которые были. Ну, а то, что, наверное, не удалось. В первом тайме соперник перехватил инициативу. Мне показалось, что чуть больше владел мячом. Вот. В этом компоненте нам надо, конечно, дорабатывать.
А второй тайм, ну, здесь в начале тайма удаление, и игра пошла как по другому сценарию. Понятно, нам пришлось перестраиваться и больше играть вторым номером. Ну, отчасти нам это удалось. Как будете готовиться к следующим встречам и насколько вас удивил «Зенит»? В первую очередь, насколько вас удивил «Зенит» сегодня? Ну, «Зенит» не удивил. Мы смотрели игры, знали, что команда играет в комбинационный футбол, знали, что команда больше использует короткий средний пас, и активно есть фланговые игроки, которые техничные, быстрые. Готовились и старались, соответственно, противопоставить свою игру, старались больше навязать игру первым номером, то есть хотели играть от себя. Ну, еще раз повторюсь, отчасти это удалось нам в первом тайме. Вот. Ну, а, наверное, самое главное, чтобы дети в следующий раз старались больше атаковать. Это я буду просить их дальше. Вас удалили центрального защитника, тем не менее вы не стали производить замену центрального защитника. Да? Почему так произошло? Ну, потому что у нас есть ребята, которые могут сыграть на разных позициях. Мы, понимая это, наигрывали и флангового защитника в центре, центрального на фланге и в опорной зоне. Поэтому не испытали никакого такого дискомфорта с перестроением. Вот. Жалко, пропустили гол. Ребята начали апеллировать к арбитру вместо того, чтобы доиграть эпизод до конца. Тоже как бы момент, над которым надо работать. Спасибо большое. Это был Вячеслав Вашкевич, старший тренер команды «Спартак».